И мы переходим к нашему сегодняшнему комплексу. Этот комплекс был дан на известной всемирно белой тантре днях солнечного солнцестояния в Соединенных Штатах Америки, в самом таком крупном йогическом лагере кундалини-йоги всемирном, Summer Solstice. И комплекс этот очень хорошо тоже стимулирует чакру манипуру. Мы будем работать в большинстве своем упражнениями с огненным дыханием, но также будут упражнения и без огненного дыхания. То есть мы балансируем в себе работу всех энергетических центров, всех чакр, и упор будет идти опять же на манипуру, на огненное дыхание, силу воли, что еще, функции логического мышления. За это все ответственно чакра манипуры. Если мы можем, то дотягиваемся до больших пальцев ног, давим на ноготь большого пальца большими пальцами рук, да, и таким образом будем делать наверх вдох через нос и вниз выдох через нос, вдох через нос, выдох через нос. Если у вас каким-то образом коленки не прямые, то есть трудно держать вытянутые ноги с прямыми коленями, тогда не держитесь за кончики пальцев ног, кладите руки просто на ноги, главное, чтобы ноги в коленях не сгибались. Наверх вдох и вниз выдыхаем. Мы будем работать 54 раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. 54 раза, мы будем делать 3 подхода к этому упражнению. Можем начинать, вдох, выдыхаем и поехали. Раз, два, три, четыре и так далее. И у нас будет отдых идти в течение 30 секунд. Важно иметь отдых между этими упражнениями, для того, чтобы восстановились функции нашей системы. Отдыхаем, смотрим на солнце, наслаждаемся воздухом, наслаждаемся нашей энергией. И нам осталось 10 секунд, мы продолжим это же самое упражнение, тоже 54 раза. Можем начинать. Вдох, выдыхаем и 54 раза то же самое. Задерживаем дыхание, подтягиваем замки, держим и выдыхаем. Очень хорошо. И расслабляемся в течение 30 секунд. И у нас будет потом последний подход к этому же упражнению. И можем делать последний подход к нашему комплексу. Маленькому этих 3 упражнений, опять вдох, выдыхаем и то же самое 54 раза.
держим дыхание, подтягиваем бандхи, замки, держим на вдохе. Не выдыхаем. Очень хорошо. И будем переходить к нашему следующему упражнению. Оно будет для балансировки сексуальной динамики, потенции и второй чакры свадхистхана. Мы будем выполнять его на спине. Мы будем поднимать свой корпус наверх, вдох через нос, и опускать вниз, выдох через нос. Потом мы останемся с поднятым корпусом наверх. В течение 3 минут мы будем зависать в этом положении с огненным дыханием. Первое упражнение без огненного дыхания 3 минуты и второе 3 минуты. Устраиваемся на спину, подтягиваем щиколотки ног, вернее подтягиваем ступни ног как можно ближе к ягодицам, держимся за щиколотки ног и корпус идет наверх, вдох через нос, корпус опускается вниз, выдох через нос. 3 минуты. Теперь мы поднимаем корпус наверх и зависаем там с огненным дыханием на 3 минуты.
еще осталось 30 секунд. Можем глубоко вздохнуть, задерживаем дыхание, тянемся как можно выше, подтягиваем банхи, замки энергетические, держим и выдыхаем. Очень хорошо. Немножко отдохнем. Можем сделать глубокий вдох, выдыхаем и будем переходить к нашему следующему упражнению. Следующее упражнение у нас будет идти таким образом. Мы будем находиться в позе верблюда. Вначале мы будем находиться 3 минуты с простым дыханием, а потом будем находиться 3 минуты с огненным дыханием. Значит, первое упражнение такое. Мы встаем на коленки. И выдыхаем сюда. Встаем в позу верблюда и обратно сюда. Если тяжело, можете делать модификацию. Модификация такая. Руки идут сюда и обратно вперед. Вдох и выдыхаем. Выбираете, какая поза для вас более удобна, модификация позы верблюда или сама поза верблюда, и мы будем делать в течение 3 минут. Упражнение хорошо открывает сердечный центр. Всегда можете делать модификацию такую и выдыхаем вниз. Вдох назад, голова идет и выдыхаем вниз. Всегда выбирайте для себя наиболее посильный вариант, чтобы довести упражнение до конца 3 минут. Секунд осталось.
еще 5 секунд. И вдох. И выдыхаем. Очень хорошо. Можем попасть в позицию ребенка, в позу ребенка для отдыха. Остаемся в этой же позиции, глубокий вдох, задерживаем дыхание, выдыхаем и можем медленно выходить из этой позы.